Меня зовут Игорь. В жизни пришлось пройти многое. В последнее время не досыпал, не доедал, голодал, подыхал, как собака. Всю свою сознательную жизнь я воровал. 24 года просижен в тюрьме. С первого класса я уже не ночевал дома, воровал. Семья разрушилась из-за употребления алкоголя. Слава Богу, что Господь дает нам жизнь для того, чтобы мы могли ее посвятить Господу, для того, чтобы мы могли принести Ему плоды. И один из таких трудов, которые мы совершаем своей семьей, это есть сегодня служение с зависимыми людьми. Это алкоголики, наркоманы, люди, освободившиеся с мест заключения, и бомжи. С 13 лет занимался криминалом. 11 раз я пребывал в тюрьме, то есть 10 раз освобождался, 10 реальных сроков. На сегодняшний день я пребываю в братском доме, пребываю уже 8 месяцев. За эти 8 месяцев, ну, конечно же, у меня никаких нарушений, ничего не происходит того, что против закона или против общества. Братский дом – это такой ковчег, в который сегодня могут укрываться вот эти люди, достигшие уже дна, то есть, которые не могут с собой справиться. В братском доме я начал абсолютно новую жизнь. Меня Господь спас, и я также хочу послужить Господу. После смерти матери я стал выпивать сильнее и понял, что это меня вообще очень сильно мучает. Сам от алкоголя, от этого радости не получал и понимал, что это конкретная проблема. И просто в один прекрасный день, когда я был пьян, и меня привез родственник в братский дом, за что я ему очень сильно благодарен. Братский дом стал просто расти, как грибы в лесу. Мы не успевали неделю прожить, как еще один человек приходил. На сегодняшний день имеем под своей крышей, в двух домах уже у нас в одном не помещается, да, 24 человека. Дорога трудная, порой тернистая, слеза невольная затмила даль. Но вот заря взошла, и вера чистая прогнала прочь тоску и всю печаль. Один очень интересный вопрос, друзья, сегодня мне задал Юра. Зачем отличается верующий от христианина? Наши дети выросли, и мы не хотим оставаться без дела. Мы не хотим просто так жить для себя, доживать свои дни. И я очень рада, что мы можем заниматься тем, чем мы занимаемся. Я поддерживаю своего мужа всем сердцем. Освободился от всех зависимостей, которые у меня были. Явных таких, алкоголя, наркотики, воровство, обман. Знаете, здесь мне пришлось заново учиться разговаривать. Здесь нашел понимание, пришел к Богу, изучаю Библию. В течение 15 лет я был зависим от наркотиков. Посредством Бога я освободился от этой зависимости. Он занимается с самыми трудными людьми, которые хотят изменить свою жизнь.
имею огромное желание принять крещение, вступить в тело Христово, чтобы уже навсегда заключить завет с Господом, обещать Ему доброй своей совести и служить навеки, до конца, навсегда, чтобы уже никогда не быть разлученным от Господа. Наша задача – трудиться и терпеть. Вот. И с терпением ожидать вот этого плода.